Так, это Марс. 24 августа 2020 год. Харьков, Украина, с Днем Независимости. Мое поздравление. 5.25 по Киеву. Что, видно ледяную шапку на Южном полюсе? Я как-то в окуляре прекрасно видно. Внизу Марса чуть левее белое пятно. Уже опускается Марс, видно, что по экрану сверху вниз начинает двигаться. Семьдесят 9 миллионов километров сейчас. От Земли до Марса. Последний раз я 19-го, по-моему, снимал. Был 81 миллион километров. В общем, приближается Марс к нам. И это хорошо. Будет в максимуме, по-моему, 62 миллиона с половиной километров. Так, сейчас посмотрим на Венеру. Небо уже совершенно светлое, встает солнце. Меньше контрастность за счет этого. Между... Видно, что уже день, да? Между небом и Марсом, а вон у нас... Но настройки светочувствительности сейчас самые низкие, объективно на улице гораздо светлее. В реальности на улице уже гораздо светлее, чем так, как это видно на экране. Заниженный свет в настройках. Снимаю фотоаппаратом, не телескопом, Nikon Coolpix P1000. Это ультразум без сменного объектива. Сразу опять не стали почему-то задавать вопросы, что за телескоп. Хотя постоянно подчеркиваю, что это снимается фотоаппаратом. Ну а тут видно сияние вокруг Венеры. До Венеры 118 миллионов километров. Резкость пробую ловить. А Венера как раз наоборот, рвется вверх. Только не так давно встала над горизонтом. Да, ты представляешь, даже пониженные настройки светочувствительности не дают нам без засветки его снять. Сейчас сама в кадр влезет, будет удобно. Надо снимать Марс, а то он уже исчезает из поля зрения на светлеющем небе. 24 августа 2020 год, Харьков. 5.30 по Киеву.